Ребят, всем привет на моем YouTube-канале, все мои подписчики, все хейтеры, недохейтеры, все вас приветствую. И сегодня я решила испечь блины себе и сделать начинку. Красная икра, семга вот у меня здесь, джем этот, абрикосовый. Ну, естественно, сами блинчики, сметана и наливочка. Мне кажется, она прекрасно вписывается в этот стол. Малиновая наливка у меня. Вот. Так, сейчас я вас немножечко вот так опущу, да? Вот так вот лучше будет. Ну что, хочу вам сказать, что... Вот так вот хочу, вернее, не сказать. Хочу вот так взять прям блин. А, нет, подождите, не, блин, я вот так не хочу, я сначала хочу налить этой наливки. Мне кажется, наливка вот под блины с красной корочкой. Ой, малиной пахнет, блин, да что же я, так, тихо вмазалась. В сметану. Закрываем, отставляем. Дальше. Вот этот блин я беру. Так. Туда икорки. Икорки можно вот так вот и семгу сюда положить. Заворачиваем. Отвал башки. И всех с пятницы попробую наливку. Ее вообще надо закусывать, запивать наливку. Что? Как надо ее пить-то? Ой. Прям спиртяга. Класс. Короче, супер. У меня сегодня ужин пятничный. Блины я делала на кефире. Ну, хочу сказать, о ком мы с вами сегодня поговорим? О каких мужчинах? Мы поговорим с вами о мужчинах, пьющих. Вот прям пьющие мужчины. Не прям запойники, да, какие-то алкаши, нет, ну, которые любят хорошенько вечером поддать, а потом им, значит, захочется, этим мужчинам хочется любви и ласки. Так, это я варенье со сметаной намазала. Вот. Эти мужчины в основном очень... В основном, да, очень добрые, душевные. А что им быть, блядь, злыми, раз они любят, значит, накатить. Хорошенечко, прям такие, душа компании. Любят вот этот вечерний там сбор там с мужиками в бане. Вот. Но они... не знают меры, напиваются сильно. И все время им хочется потом женщину, ну, продолжение, естественно. Но у них ничего не получается. Потому что у пьющих мужчин плохо стоит. Но не у всех пьющих мужчин, да, а именно вот кто вот любит прям хорошо вечером поддать.
Ну так вот, вот они любители, значит, эти мужчины по баням ходить. Но вообще, мне кажется, мужчины практически все любят ходить в бане, вот, веселиться, бухать, но дальше хотят продолжения. Причем продолжение — поехать к любовнице или вызвать себе девочку, ну, разные, либо просто, почему не к любовнице, а именно там к своей девушке. И вот приезжает он весь, значит, хочет любви, ласки, весь он такой бодрый, активный и все остальное, а на деле у него ничего не получается. То есть он просто не может свой краник поднять никак. И вот это возякаешься с ним, а толку нет. Вот, вот такой я соорудила себе блинчик. Можно еще творожка сырного сюда. Вот. А он же герой, он же хочет до победного, истязает себя, значит, и девушку, ему же хочется краник-то свой поднять. А там не получается. А не получается, потому что уже это перепил, уже все. И вот он все хочет. И уже отстань, говоришь, и все. Нет, вот ему надо и все. И человеку в таком состоянии не объяснишь о том, что, блин, ты просто сейчас, блин, издеваешься над своей девушкой о том, что хочешь вот этого всего любви и ласки. Ну, вот этого всего любви и ласки. Так, я наливочку хочу выпить еще. Прикольная, ну такая спиртяга. Я не знаю, первый раз такую взяла, именно наливка, да, называется. Малиновая наливка. За пятницу. Блины нежнейшие на кефире и на крутом кипятке. Так вот, что я вообще хотела сказать. Ну, собственно, я хотела сказать про этих мужиков, да? Которым кажется, когда они в таком состоянии, что они герои, что сейчас они одну, вторую, третью, четвертую, а там, на там бы хоть бы одну, да, уже. Вот. Хочу еще налить наливочки. Я боюсь, что это наливочка, которую не чувствуешь, что пьешь, а потом раз — и упадешь. Значит, есть у меня один такой знакомый, он все время мне звонил, ну, раньше, да, все время звонил вот по пьяни ему любви и ласки, ну, я уже настолько к этому привыкла в плане, ну, его вот это, вот он приедет, вот, там с алкоголем, там с бутылкой водки, ну, грубо говоря, да, не с бутылкой водки, там с бутылкой виски, но всегда по-разному. Я даже уже думаю, приехал он весь такой герой, и я прям жду, когда вот он еще выпьет, наверное, рюмашечку две, и он уже сам просто поймет, что он ничего не может, у него ничего не фурычит, и ему лишь бы до дома, до хаты, как говорится, доползти в таком состоянии. Вот, потом это опять повторяется, он там по-трезвому там говорит: ой, я нажрался, пипец, блин, так вот жалко, да. Я говорю: да. Он: ну все, там по-трезвому там приеду, встретимся и все остальное. Опять звонит он пьяный, опять он, у него, естественно, он хочет сейчас, блядь, я не знаю, во все там предполагаемые позы и все остальное, но он приезжает, я просто уже знаю, он приехал,
Мы с ним посидели, рюмка две там у него, там чего-то он выпил, и все. И я просто провожаю его домой. Прервалось у меня видео. Вот так, мужчины, вы не переоцениваете свои возможности, когда вы в алкогольном состоянии. Ничего не надо от девушки хотеть, потому что это просто издевательство над девчонками получается. Ну, над своими женами, любовницей, девушкой. Ну, без разницы. Я не знаю, кто кому там по пьяни ездит, да. Вряд ли, наверное, к жене. Я думаю, что все-таки на стороне где-то. Вот. Давайте не будем лукавить, да. Все вы ездите по бабам только так. А давайте выпьем за верных мужчин. Так, что я хочу? Я хочу, чем я закусить? А я вот так вот просто рыбкой сейчас закушу. Вот так вот рыбкой. Конечно, странно закусывать сладкую наливку с рыбы. Вот тебе какой еще пузырек. Ну да ладно, в принципе, я люблю сочетание сладкого и соленого. Мне пойдет, а вы, не знаю, не, эксперимент, наверное, это не удастся. Ну так вот, про что я говорила? Про вот таких вот мужчин, да, про тип таких мужчин. Кстати, они очень добрые, не жадные, но алкоголики. Ну, алкоголики, к сожалению, да. Они прям любят вот это вечерком хорошо поддать, как говорится, да. И сразу у них вот мне интересно, почему по-трезвому у вас не возникает желание приехать там к своей девушке, любовнице, ну, и так далее, да? Нет, надо именно нажраться, блядь, в зюзю просто вообще, чтобы без задних ног практически, выпить здесь стопку-две, ну, там у девушки или девушка там приехала, и все. И ей нервы мотать. Вот этот краник свой, вот этот опуск, все там кожица уже висит. Вот это вот, ой, да просто ужас. Сейчас напишет мне Лиза о наболевшем опять. Да при чем тут наболевший? Вы не воспринимаете вообще мои видео лично на меня, да. Какая-то часть правды, да, из этого всего есть то, что относится именно ко мне. А так у меня куча девчонок, с которыми мы обсуждали, да, такие темы горячие, вот, и вообще у меня есть такое, что я, блин, как сказать, не знаю, блин, чувствую людей, умею рассказать, короче, про них. Сейчас хочу сладенький, вот так вот джем. Вот, поэтому не надо говорить, что у меня какой-то там любовник, парень, там муж алкоголик, и я решила про него рассказать, а сверху вот так вот сметанкой. Ой, ребят, вкусно как будет. Вот, не надо на меня, и, то есть, про, если я там говорила, да, про рассказ у меня был про маленький член, ну, я и признавалась, то, что это со мной, да, было, общалась, я вот так. Там девчонки мне писали тоже, блин, Лиз, тоже такое было, вот, и я никого не хотела оскорбить, ну, просто, да, там, такая физиология, вот. Ну, сейчас я рассказываю, да, у меня был такой знакомый, ну, и примерно, да, примерно такой, и вот такие выходки, то есть, это было всегда, он всегда мне звонил, пьяный приезжал, ничего, естественно, не случалось, вот, и он обратно уезжал домой, короче, просто попутешествовал, выпили, посидели, поболтали, а что, ну, что там, у него уже практически лыка там не вязала, вот, ребят. Еще одну стопочку, вот полстопочки наливочки выпью с таким прекрасным блинчиком и прекрасным у меня ужином. Ну, как всегда, я мастерица. Это кайф.
наливочка мне дала в голову уже. А сколько она? 20 оборотов мне. Ну такая прям ух. Вот. Ребят, на моем под каждым моим видео есть ссылки на донаты. Указана карта Сбера, указана ссылка на донаты. Кто хочет помочь на развитие канала, буду очень благодарна. Спасибо, кто мне присылает. Спасибо, кто меня смотрит. Вы можете идеи свои подкидывать также у меня в комментариях под каждым тоже видео. Вот, все, всех люблю, всех целую, кто меня смотрит. Ребят, комментируйте, лайкайте и подкидывайте мне новые идеи, про что поговорить. Все, всех целую.